Привет всем любителям сайта iHerb. Сегодня у меня будет видео о пустых баночках. Но не о всевозможных пустых баночках, а баночках из-под БАДов, витаминов, которые у меня закончились за какой-то период времени. Я достаточное количество всего протестировала и вот решила сделать такое видео, потому что у меня были запросы рассказать в итоге, понравилось или не понравилось, почувствовала ли я на себе какой-то результат. Если вам интересно такого плана видео, оставайтесь со мной. Начну я вот с такой биодобавки 21 Century. Это добавка для волос, кожи и ногтей. В составе ее есть минералы, витамины, всего здесь было 50 капсул. Вот эта именно баночка мне досталась тогда в подарок, тогда еще давали подарки на iHerb, долго она у меня была, долго я ее тестировала, пила, и не только я, потому что большое количество, дозировки просто огромные, и вот этих витаминов поэтому хватило очень-очень надолго. Сами витаминки были крупные, примерно где-то 2 сантиметра в длину, такие овальчики. А глотались, не скажу, что очень удобно или беспроблемно, но вполне приемлемо. Когда я еще не начала их пить, я видела отзывы, что люди говорили, что они не подходят очень многим и вызывают аллергию. Я, конечно, это себе взяла на вооружение и... естественно, попробовала, что же будет со мной, хотя я человек очень аллергичный. И что интересно, я пила, как здесь сказано, по одной таблетке в день. 10 дней было все замечательно, но на 11 день у меня как раз появилась аллергия. Из этого я сделала вывод, что 10 дней вот эти витамины пропивать можно спокойно, дальше, наверное, нужно делать перерыв. Я так и сделала, и дальше, когда я уже принимала эти витамины, я их пила не каждый день, а пила через день. Иногда пила через два, иногда даже бывало через три. То есть, ну, как вспомню, можно сказать. Вот тогда никакой аллергии не было, тогда мне уже их действие понравилось, и я их ощутила на себе. То есть у меня действительно улучшилось состояние волос, ногтей, кожи. Поэтому очень неплохие витаминки, бюджетная цена сейчас на них, на эту фирму вообще цены, в принципе, очень даже неплохие. Хватает очень-очень надолго, и результат действительно есть. А мои любимые ферменты – это энзимы папайи, American Health, фирма называется. Ну, я ссылочки все оставлю на данные средства, чтобы можно было пройти, увидеть и подробно ознакомиться с ценой и с описанием. А у меня вот эти вот энзимы, они с хлорофиллом. До этого я брала без хлорофилла, но с хлорофиллом мне нравится больше. Огромная также банка, 250 таблеток в ней. Цена для такого количества таблеток вообще очень-очень доступные. Почему мне нравится брать вот именно вот эти энзимы папайи? Потому что цена, качество, состав и количество данных таблеток очень-очень радует. Сами по себе эти таблеточки тоже вытянутые формы, такие продолговатые, белые, но гораздо меньше размером. И их уже не нужно проглатывать, их нужно рассасывать во рту. После еды, в зависимости от того, насколько вам на данный момент не хватает ферментов, недостаточно, насколько у вас чувство тяжести есть в организме, тогда их нужно принимать от 1 до 3 таблеток. Также они помогают от изжоги, и это действительно так, я проверила, это у меня уже, наверное, баночка 5, я даже как-то говорила уже про них в своих видео. Очень нравится, действительно помогает, справляется с тяжестью, с изжогой. Отличная вещь, прекрасная замена нашему панкреатину, мизиму, если кто принимает такие виды таблеток. Очень-очень нравится. Комплекс железа, 25 миллиграмм, Natural's Life. 50 вегетарианских капсул. Что мне очень нравится вот в этих витаминах, в них не только железо, в них еще комплекс витаминов. И в составе есть витамин С, В2, В6, фолиевая кислота, В12,
железо, бетаин. Что могу сказать по поводу этих таблеточек? Их нужно принимать одну в день. Таблетки нужно запивать, проглатывать и запивать водой. 3 витамины я брала для мужа, и после того, как он пробил курс, у него было очень низкое железо, потом он сдал анализы, и железо действительно увеличилось, то есть анализы стали гораздо-гораздо лучше. Делаю вывод, они работают, хорошая цена, хороший состав, отличные витамины. Витамины, которые тоже работают и которые мне очень понравились, это лютеин, фирма Жару Формула. Лютеина здесь 20 миллиграмм, а всего в баночке было 30 таблеток. Нужно было пить по одной таблетке в день, то есть очень удобно. Выпила один раз в день, и все, и можно было забыть. Брала себе, потому что у меня было очень такие неприятные чувства в глазах. Они краснели, постоянно уставали, напряжение было от частого использования компьютера, из-за частой работы с компьютером. Вот поэтому взяла себе попробовать лютеин в данной форме, и мне понравилось. Действительно, напряжение снялось, краснота с глаз ушла, не стало таких неприятных ощущений в глазах, тоже работают, тоже очень понравились. Natural's Way фирма, брала клюкву 100 капсул, брала не себе. Когда пропили вот эти таблетки, то улучшение было, действительно, было на глазах, то есть, а если был дискомфорт, неприятные какие-то ощущения, были плохие же опять анализы, то после этих витаминов, как ни странно, улучшилось состояние, анализы стали лучше, конечно, может быть, еще что-то повлияло, но, во всяком случае, ничего плохого про них сказать не могу. Клюкву брали разного и марок, разных фирм, и вот это одна из самых любимых. Интересные витаминки взяла как новинку, это была такая пробный вариант, почитала отзывы, мне понравилось, потому что я ни разу не слышала о таком. Это рыбий жир, который подходит и взрослым, и детям. В составе этих витамин не только рыбий жир, но еще и витамины А, С и Д. И что самое интересное, они сладкие, они вкусные, их нужно размалывать во рту, и они очень приятные, то есть нет никакого вот этого рыбного противного послевкусия. Очень понравилось у меня дочке, сама тоже пила они. Ну, просто вкусные апельсиновые таблеточки. Не думала, что вообще такой рыбий жир есть. Очень здорово, очень классно, понравилось. Ну, я надеюсь, эффект тоже какой-то есть, но во всяком случае ухудшений никаких не было, и ценовая категория приятная, и сами по вкусу они тоже очень-очень классные. И последнее, что у меня осталось, это гиалуроновая кислота, фирма Томпсон. Также одну таблетку в день нужно было принимать, всего 30 штук, брала по акции, по какой-то там смешной вообще цене. Что относительно вот этих витамин могу сказать? Да, собственно говоря, ну, наверное, ничего не могу сказать, потому что какого-то явного видимого результата я не увидела, не почувствовала, не заметила. Но никаких отрицательных явлений, никакой там аллергии или что-то еще тоже у меня не появилось, они не вызвали, что дает им большой плюс. Поэтому, если будет по приемлемой цене, по хорошей, тоже в какой-то акции, да, возьму, я думаю, что вреда от них никакого нету. Ну, если вдруг нету пользы, хотя я надеюсь, что все-таки какая-то польза есть от них. Гиалуроновая кислота — вещь очень, конечно, классная. Кстати, она вот здесь вот идет с витамином С, что опять является плюсом, потому что вместе они как раз очень хорошо взаимодействуют и работают. Ну, наверное, собственно, все. Про эти вот витаминки больше ничего не могу сказать. Вот это все, что у меня закончилось за последнее время, может быть, не совсем за последнее время. На этом я свое видео заканчиваю. Всем спасибо за внимание, всем пока и до новых встреч!